Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Анжелика. Хочу показать вам свой маленький отчет. Меня приняли участником в марафоне вязания за стеклом. В первый этап я не попала, потому что стоило мне 2 дня не посмотреть YouTube и пропустила все новости. В это время я вязала, кстати, гольфы. 3 числа я выставила в интернет свое видео, поэтому как бы... Если бы я узнала об этой идее и обо всех вот этих нюансах, которые, я бы, конечно, приняла бы участие, потому что в это время у меня такой носочный период. Я еще покажу свои носочки, которые я связала, 2 пары для себя и для дочки. Обязательно покажу, расскажу про пряжу. Но так как уже я являюсь участницей 2-го этапа задания, казалось, я сегодня зашла в контакты и посмотрела, что девочки уже выставляют отчеты. Я вспомнила, что действительно надо, потому что я могу первый отчет не выложить, потом подумают, что как бы у меня результат был связан заранее. Значит, организаторами этого марафона являются Юлия Елфимова и Ирина Вот Красота. Ссылочки я оставлю под видео. И расскажу по пряже, из которой я вяжу. Это вот кавказская пряжа, из которой я вязала свои гольфы-носочки. Кто хочет, зайдите, посмотрите на видео, кому интересно. Вот уже видно, что у меня здесь вывязано. Моточка половина вот уже нет. Не буду показывать вам весь проект, потому что он практически у меня идет к завершению. Но так как я задумала в совокупности... Хочу вас заинтриговать, оставить это все в секрете, но маленькую детальку я все-таки покажу. Для этого проекта я покупала вот кавказскую пряжу, использовала вот такие вот остатки у меня есть разных оттенков. Я думаю, что это не последнее, потому что у меня там нужно будет еще наподобие риса, очень тонких ниток для очень мелких деталей. Вот. И так как кавказская пряжа на потолще, у меня не было в наличии крючка, мне пришлось прикупить 3,5 мм, потому что я планировала закупить, ну, как бы крючки одной фирмы, и я пробую, какие крючки мне нравятся. Кстати, неплохой Hobby Pro крючок, здесь прорезиненная такая ручечка, и очень удобный, и причем вот эта вот часть, она скользкая. Мне понравился крючок, кстати, можно недорогой, там 200 с чем-то рублей. И покажу детальку, которая из моего проекта. Вот такая деталь. Сам проект такой не сильно огромный, не сильно маленький. Но вот это вот является маленькая деталька, которая вот над ней я сегодня работаю. Заинтересую. Вот, пожалуйста, загадка, что это будет. Пишите мне в комментариях, кто не угадал, ничего страшного. Подождите, с 20 числа я выставлю полностью весь свой проект. Хочется его завершить до конца, чтобы он был вот прямо комплектом, как мне задумалось. Поэтому только вот такая маленькая деталька. Вы ее увидите в моем как бы проекте большом. Поэтому я думаю, что все увидите и поймете, кто не угадал. На этом я с вами прощаюсь. Секундное такое видео, потому что хочется быстрее закончить, на видео мало времени. Вот. Будем торопиться, чтобы успеть все, воплотить все задуманное. На этом все. Всем пока. До новых видео.